ЗАО «Кредит Европа Банк». Город Москва, Олимпийский. Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит Европа Банк. Светлана Вячеславовна, будьте на номер телефона. Кто спрашивает? Кредит Европа Банк, Абрамова Ксения. Кредит Европа Банк, сотрудник, наверное, имя имеет в этом банке. Что? Сотрудника имя есть в Кредит Европа Банке? Я уже представилась. Если вы не расслышали, введите аудиозапись разговора. Жарю к телефону. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Вы видите в этом что-то смешное? Да, мне как очень весело, зовут? Как вы себя ведете. Человек, который отвечает по личному мобильному номеру телефона проблемного клиента банка. Как вас зовут? Человек, который отвечает по личному мобильному телефону. Так меня и называете. Если уж так на то пошло. Я вопрос задала. Как вас зовут? Я вам тоже, девушка, вопрос задал. Понимаете, этика общения подразумевает, что звонящий должен представиться. Вы представились невнятно. Уважаемый, если у вас проблемы со слухом, проблемы с телефоном, с его динамиком, это вопрос не ко мне. Представление было два раза. Тогда мы с вами не сможем побеседовать. Либо вы при звонке держите ручку и листок и сразу записываете, либо ведете аудиозапись разговора, о которой изначально предупреждаете. Девушка, услышали? Повторять не я надо. Сейчас поддержу наш формат диалога и начну вас оскорблять. Ага. Я предупреждаю. И что это даст? Мне веселое настроение. Уровень вашего воспитания вашей матери с отцом покажет. Я знаю, вы сейчас моих родственников начнете упоминать. Ну, что это поделать? Даст, еще раз спрашиваю. Я развеселюсь, в Ютьюбе размещу это все дело. А за сегодня порядка тысячи человек посмотрит. Отсутствие воспитания со стороны ваших родителей. А я же еще ничего не начала, вы уже выводы делаете. Это ваше бессилие. Что? Я вам вопрос задаю, а не вывод делаю. Какой вы вопрос задаете? Про моих родителей и про мое воспитание? Опять не расслышала. Да, не расслышала. Опять не расслышала. Дикцией, два раза девушка. Повторила. Девушка, с дикцией что-то надо два делать. Два раза не расслышала. Да. У вас ушами, видимо, что-то. Ну приведите да, их давайте порядок. Вместе перед встретимся через к доктору. Минут. Слушай, пять отца, минут. Ты меня слышишь? Пять через минут пять я тебе минут, даю. Еще я раз тебе говорю, пять минут даю, отца.